Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн». Число пересадок на салатовой ветке метро вырастет до 10. Количество пересадочных станций на салатовой линии метро увеличится до 10 после ввода в эксплуатацию большой кольцевой линии. Об этом сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев. На данный момент 7 станций на Люблинско-Дмитровской ветке связаны пересадками с другими линиями московского метро. По словам Андрея Бочкарева, после завершения работ со станции Марьина Роща и Печатники, салатовой линии можно будет пересесть на станции Шереметьевская и Печатники кольцевой линии. Станцию Достоевская свяжут с пересадкой Суворовской БКЛ. На данный момент на Люблинско-Дмитровской линии метро расположено 23 станции. Еще 3 станции планируется построить до 2023 года. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы и не только читайте на сайте mymsk.online. До скорого!